жетоны. В Питере именно оплатить все так, и нам нужно купить еще, я так поняла, за багаж заплатить деньги. Все очень культурно. Ну, скажу, что в принципе, кажется, как будто я на не знаю какой станции метро в Москве. Ну, все свое родное. Офигеть! У них здесь нет поездов, я так понимаю? Здесь есть типа как у лифта. Да? Я же правильно понимаю? То есть, короче, стоишь у двери и потом ходишь в вагон. Или я туплю сейчас? Мы вышли, идем искать наш отель. И так как я обладаю особым талантом называть по странам разных людей, Петр Великий у меня будет на время моего отдыха пешкой. И мы, короче, в пешкиных владениях. Ну, потому что это мило. Вы сейчас не поверите, где я сейчас была. У меня дрожат до сих пор руки, и мне тяжело было там что-то снимать и вообще говорить нормально, даже сейчас. Мы были на крыше Петербурга и смотрели на всю панораму города. И как уже потом мы поняли, это популярная затея у питерцев. И я, если честно, ни разу не была на крыше, так что для меня это был шок. Это нереальная штука, это как в «Трудном ребенке», помните, когда всех тошнило? Меня уговорили сесть на нее. Гриша вообще... Стремно так, пипец. А их еще вот так вот крутят? Да. Это вот это чудо мне благодарно. Нет, точнее, я должна быть благодарна и вы, потому что сейчас будет просто видео убойное. Я ужасно боюсь высоты, скорости. Я боялась отсюда снимать. Поэти, это было лучше, чем моя камера. Но мне было страшно, было очень тяжело, у меня все руки дрожат, потому что я напрягала все мышцы, которых у меня нет. Я хрипла, а Гриша пытался сделать вид, что будто он отключился. У меня нет голоса, все, у меня рука дрожит. Хорошо, что здесь хороший стабилизатор, боже. Скажите привет моему брату, который идет вон там, его видно хорошо? Вот они идут наверх. К сожалению, Гриша не захотел идти, а я одна не хочу с чужими людьми. Хотя, если честно, если бы Гриша пошел... Это было его лицо. То я бы пошла. Вон они как высоко. Сейчас я вам покажу, насколько это высоко. Здесь высота 10-этажного дома, вот эта хрень. Вот они сейчас на 10-этажном этаже. Вон там! Вот это хорошо, а! Класс! Ты вот посмотри на них и не ору больше. Я хочу! Мне кажется, они плачут. Вот это причесон! Обалдеть! Я думала, вы умрете. Каждый раз страшно. Поздно! Поздно! Всем привет, с вами Руслан Усачев. Подписывайтесь на мой канал YouTube / Усачев Шоу. Басалин. Скажу честно, предыдущая была страшнее. Ноги трясутся нереально, но очень красиво. Где выходить-то? А там, нет? А, здесь выход. Да? Первое утро в Питере, мы идем завтракать. Под окном орала непонятная какая-то... Кто? Чайка? Ворона. У меня болят все ноги, потому что вчера мы катались на аттракционах. И меня, видать, шатало стороны в стороны. Короче, у меня все в синяках. Но ничего, мы крепимся. Сегодня мы едем в Петергоф. Вот. Я жду не дождусь какой-нибудь сладкой булочки. Я хочу завтракать. Гриша поддался своим слабостям. О, ты еле поместился туда. Ужас какой-то. Ну что, мы, собственно, сели, и вот что я себе выбрала. На голодный желудок с просони все выглядит аппетитно. Вот это мое, вот это, ну и вот это. Инстаграм. Это очень вкусно. Ну, потому что я голодная. И жиробас. И у меня хорошее настроение. Но самое потрясающее, что здесь определенная температура кофе. Может, потому что мой стоял долго, я ждала его долго. У тебя горячий? Нет. Он такой теплый. И очень легко пьется. И не горчит. Ну что, мы приехали.
наконец-таки Петергоф. И мы ехали сюда недолго, наверное. Хотя нет, мы час ехали с метро. О, боже! Вот там! Мы направляемся. На самом деле, мне чем-то напоминает... Королева Екатерина заходит в свое имение. Вообще, это типа русский Версаль. Да-да. Ну, круче его. Но напоминает сначала вход в наш ботанический сад. Ну, конечно, там просто трава. Здесь очень шикарная трава. Ну что, мой твиттер не прошел даром. Я сказала, что я поеду в Петергоф, и вот. Какая прелесть. Можете, ну, представьтесь. Тоня, Лиза. Меньше на еще один сувенир. Мне девочки подарили обалденный шарик с конфетти внутри из Петергофа. Мне осталось купить только потрясающий магнитик, потому что мы теперь собираем с мамой как истинные туристы. Очень круто. Я рада. Я, правда, почему-то еще не выспалась. У меня хрипший голос, я знаю почему. Карусели. Да, у меня даже сил, хотя я поспала где-то часов, наверное, 10? Нет. Встретила. Представьтесь. Привет, я Ксюша. Я Вика. Опять твиттер помог. Пожалуйста, подальше, не загромождайте. Что надо делать? Ой, ты здесь? Вайфай? Ты чуть не упал. Прикладываешь штрих-код и проходишь. Да, кстати. Все легко. Очень легко. Не надо никуда, не дракон еще. Но ты заметил, что там образовалась очередь, хотя было открыто 4 окна для прохода и через арки 4 окна. Но все почему-то люди перли только в одну линию. В России все любят стоять в очередь. В очередях. Я русская. Смотри, какая красота. Вообще unreal. Нельзя просто так взять и не приехать в Питер. Мы так что решили с Гришей, что зачем нам великий Гэтсби, когда у нас есть Петр Великий. Конечно, невероятно красиво. Пешкин дом. Мне безумно понравился Петергоф, здесь очень красиво, там бежит он. Смотрите на это. Мы сейчас находимся на метро Проспект. Какой? Невский проспект. Народу, конечно, просто огромное количество. Это ужас. Я ни в одной европейской стране, в которой я была, такого не видела. В туристическом городе в Барселоне, в Праге такого не было. Здесь, конечно, вообще. А еще говорят, что в Москве людно. Мне помахали ручкой. It makes it easier. Дают вот такой вот стикер, платить 200 рублей, приклеишь, наверное, на камеру, можно снимать, делать фотографии. Супер, ради вас потратилась на 200 рублей. Я просто знаю, что это очень интересно будет, и я хочу с вами поделиться этим событием. Ой, отлично. Если вы хотите посмотреть все-все в Эрмитаже, то мой вам совет. Поселитесь там, живите. Только так вы сможете все посмотреть. Здесь, конечно, потрясающе красиво. Даже только вошли, но это, конечно, поражает. И как бы я не хотела посетить каждый этаж и каждую комнату в Эрмитаже, у нас это просто не получилось. Мы потратили весь день и посетили только пару этажей из всех. Ну а теперь, пожалуй, самый популярный экспонат. Да, Винчи. Вот такие потрясающие двери есть в Эрмитаже. Посмотрите на это. Обалдеть. Здесь, конечно, безумно красиво. Тяжело представить, что когда-то люди среди этого жили, как в музее. Потому что это просто потрясающе. Чувствуют одни рамы для картины. Не знаю, я бы в то время точно, наверное, не жила, потому что с моими науками координации это бы все не сохранилось при мне. Обалдеть. Ну и, наконец, в своей жизни я посмотрела вживую на картину Рубенса. Это, по-моему, обалденно. Знаменитые доспехи, которые весили несколько десятков килограмм, и даже лошади порой не выдерживали. Обалдеть!
По-моему, это вообще сносит голову. Это безумно красиво и одновременно страшно. Вот это очень красиво. Здесь такое длинное название, пытаюсь правильно произнести. Дом торгового товарищества братьев Елисеевых. Да. И здесь всякая вкуснятина, хочешь такой вот корзинкой. И покупаешь себе вкусную еду. В основном это булочки. Похоже на гастроном. Сейчас покажу, что здесь продают. Какая прелесть! Слушай, как же... А сколько все стоит? 125. Ну, я не знаю. Во всяком случае, за антураж можно заплатить. Я хочу все и сразу. Я вам настоятельно рекомендую, если вы сидите на диете, ни в коем случае не езжайте в этот ад. Там очень много красивых и вкусных штучек, от которых вы, вероятно, поправитесь. Ну и булочкой не ограничусь. Я еще одну хочу. Можно, пожалуйста, круассан с миндальным и заварным кремом? Дошли 30 минут, я бы все сожженные калории, я сейчас... Нет, можно так. Они сейчас все вернутся сполна. Это самое прекрасное, что здесь стоит рояль. И на нем он, конечно же, автоматически, там нет никакого исполнителя за ним, но он сейчас играет Дебюсси. Да, это что-то ананасное. Ну что, здоровье? Слоеное тесто, причем глазированное. Гриша, это очень вкусно. Внутри творог, заварной крем. А теперь пришла очередь этого потрясающего круассана. Это очень вкусно. И чай у меня ройбуш с имбирем и с чем с ананасом. На этом моменте закончилась моя поездка в Питер. Я очень скучаю по этому городу и знаю, что не раз туда еще вернусь. Мне он безумно понравился. И да, конец моего видео. Я вас также очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И всего вам самого светлого. Пока!